Ну что ж, подъехали мы к нашей горке. Вот, смотрите, девятка сюда на четвертой передаче на самых низких оборотах, но он просто не залазит, мне не хватает мощности. Посмотрим, сможет ли 13 лошадиных сил на минимальных оборотах на четвертой передаче взобраться на эту горку. Четвертую передачу я поставил, минимальные обороты зафиксировал, трогаемся и пробуем. Ну, как вы видите, идет он не захлеб, не глохнет, никаких у него проблем нету. Минимальные обороты у нас. Едет он потихоньку и не спеша. Без каких-либо проблем. Поднялись. Ну что ж, поехали снимать обзор дальше. Здравствуйте! Сегодня у нас с вами мотоблог «Беларус». Это, наверное, наш самый любимый мотоблог и один из самых продаваемых. Мощностью 9 лошадиных сил, модель называется 09H. Ну, я думаю, все с ним уже знакомы. Эта модель выпускается уже больше 30 лет точно. Моторы они меняли, сначала ставили собственного производства моторы. Ну, сейчас самый популярный мотор – это Honda 270-я модель GX270, это профессиональный мотор. На сегодняшний день, я бы сказал, лучший мотор, который показывает один из самых максимальных моторесурсов на отказ, у которого отличный запуск в любую непогоду, то есть может работать как и летом, так и в зимних условиях до минус 15 градусов. Данный мотор заводится без всяких проблем. До 2019 года производитель МТЗ также устанавливал силовые агрегаты фирмы Вейма, это 9 и 13 лошадиных сил. Но в этом году, скажем так, по просьбе, и не только от нас, и от покупателей, наконец-то завод начал устанавливать мотор серии GX390. Это мотор 389 кубов, 13 лошадиных сил. Мотор всегда устанавливали на мини-трактора, такие как 132, 112, либо 152. У мотора за глаза хватает для управления трактором весом 600 кг, который может работать с активным и пассивным оборудованием. Сейчас же такой мотор можно увидеть на мотоблоке, называется 08H. И да, мощность у него 13 лошадиных сил. Для чего же это сделано? Давайте с вами разберемся. Когда мы покупаем мотоблок 09, с мощностью 9 лошадиных сил, его хватает практически для любого использования. Но если мы вешаем активное оборудование, такое как фрезу,
либо насадку снегоуборщик. Я думаю, если у вас есть такой мотоблок, вы часто сталкивались с такой проблемой, как если вы эту фрезу будете использовать на некопанной земле, то есть, в принципе, ну, скажем так, целина, то мощности будет чувствоваться, что этот мотор, ну, скажем так, он ее тянет, но захлебывается. И также при работе с насадкой снегоуборщик, когда вы убираете мокрый снег, тоже мотор захлебывает. Мотоблок с 13 лошадками мы пробовали работать с фрезой. Ну, я вам скажу так, что у него не то, что он захлебывается, у него переизбыток мощности. Ну, мотор в полтора раза мощнее. 9-13 лошадиных сил, ровно в полтора раза мощнее. Я думаю, также никаких проблем не будет и при работе с насадкой снегоуборщик. Но здесь вы уже получаете профессиональную Хонду. Это не китайский мотор. Это профессиональный хондовский мотор 13 лошадиных сил с ресурсом от Хонды. То есть не надо будет каждые там 3-4 года менять мотор. Этот мотоблок вы купили и знаете, что 10-15 лет он у вас точно проработает. А может даже больше. Как эксплуатировать будете? Что мы еще пробовали? Мы недавно на этом мотоблоке поднимались в горку. Горка, скажем так, градусов 30. Вот. Когда я поднимался на девятке, на четвертой передаче, то я поднимался только на максимальных оборотах, так как на минимальных оборотах мотор глох. То у этого мотоблока четвертая передача, минимальные обороты, со свистом входит, никаких проблем с мощностью здесь нету. И вообще, честно говоря, я вот, ну, человек такой, что мощность, я считаю, что никогда лишней не бывает. Чем агрегат будет мощнее, тем у него изначально будет ресурс больше, будет запас по мощности, а он всегда запас по мощности нужен. Крутящий момент выше, мощность больше, ресурс больше. Разница в деньгах не такая уж и большая, получается около 10 тысяч рублей. Поэтому, естественно, я буду всем рекомендовать 13 лошадиных сил, а не 9 лошадиных сил. Приезжайте к нам в магазин, сами можете покататься на телеге, на девятке, на 13 лошадиных сил. Оденем фрезу, попробуем покопать, попробуйте, почувствуйте. Что вам интереснее будет, девятка либо 13 лошадиных сил? Я уверен, что вы остановитесь на 13 лошадном мотоблоке, потому что мощность всегда не бывает лишней. Ждем вас у нас за покупками. Спасибо за внимание. До свидания.